Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякурамаре Тамабина Кедаяло Джагата Сахамсарим Патита Паванахету Тавайаватара Мосамапатита Прабху Напайбехарам Хахапрабху Нитянанда Премананда Сукхи Крипабалока Накоро Амибородухим Даякурам Ситапати Адвайта Госай Тава Крипабалепай Чайтанья Нихитай. Ахасварупа Санатана Рупа Рагуната Бхатаджуга Шриджива Прабхулоканатам Даякурам Шиячарья Прабху Шинивасам Рамачандра Сангамаге Наратамадахасам Шри Кришна Чайтанья Прабху Даякурамаре Томабина Кедаяло Джагата Сангамсарим Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джаян Гауранитай, Гауранитай. Гауранитай, Джая Гауранитай, Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад, Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад, Джая Джая Прабхупад, Прабхупад. Прабхупад, Джая Шрила Прабхупад.
Джай Джай Ши Чайтанья, Джай Нитянанда, Джай Адвайта Чандра Джая Гаура Бхакта Линда. Джай Джай Ши Чайтанья, Джай Нитянанда, Джай Адвайта Чандра Джая Гаура Бхакта Линда. Джая Джая Ши Чайтанья, Джая Нитянанда, Джая Адвайта Чандра Джая Гаура Бхакта Линда. Шри Чайтанья Бхагавата ки джай, Шрила Вриндаван Дас Такур ки джай. Шрила Бхагстан Сарасвати Такур Госвами Махарадж Прабхупад ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху ки джай. Итай Гора Премананде. Так, дорогие преданные, мы продолжаем попытки служить великолепному писанию Шри Чайтанья Бхагавате. Шрила Вриндаван Дас Такур одарил этой милостью, описывая эти игры, и верный слуга Ачарья Дева Шрила Бхагавата Сарасвати Такур, верный слуга Шрила Вриндаван Дас Такур комментировал это замечательное описание для нас, чтобы мы имели помощь, что означает и как можно понимать эти игры, чтобы применить в своей жизни. Мы предлагаем бесчисленные поклоны дандаваты их лотосным стопам. В надежде иметь такую возможность слушать, воспевать и помнить Шри Чайтанья Бхагавату. Итак, дорогие друзья, мы читаем Матхья Кханду, первая глава. Глава называется «Начало деяний воплощенного Господа и наставления о Кришна Санкиртане». Мы прочитали три стиха с комментариями Ачарья Дева. Сегодня мы читаем с четвертого стиха дальше. Гаура Чандра Джая Дхарма Сету Махадхира Джая Санкиртана Майя Сундара Шарира. Вся слава высшему здравомыслию Гаурачандры, который стал мостом между религиями. Слава ему, чье привлекательное тело олицетворяет Санкиртану. Комментарий его божественной милости Ачарья Дева Шрилы Бхагаватам Сарасвати Такур Госвами Махараджа Прабхупады. Слово «дхарма сету» объясняется следующим образом. Существует огромная разница между мирскими или экономическими обязанностями и трансцендентными или духовными обязанностями. Вот почему Господь Гаура Сундара занял положение высшего джагатгуру и стал мостом между мирскими благочестивыми людьми и Вайкунтхой. Мы можем обнаружить, что Гаура Сундара изначально проповедовал философию Ачинтья-бхеда-абхеда, которая примиряет имперсоналистов с вайшнавами. Гаурахари не представлял каких-либо методов вхождения в царство религиозности, предполагающих следование каким-либо принципам, которые основаны на аморальности, надуманности или противоречат изначальным обязанностям людей. Философия Пракрита Сахаджа, которая основывается на поддержании настроения безбожия и материального удовлетворения чувств, беспрепятственно практикуется людьми, называющими это религией, является собой проявление мирского сознания. Другими словами, она основана на материальном понимании внешнего мира. Господь Гаурахари, который защищал Санатана Дарму, обучил каждого
Как выйти за рамки мирских обозначений и обрести служение Атокшаджи, возведя между ними мост совместного воспевания святых имен Хари? Слово «Махадхира» объясняется следующим образом. Гаурасундара не следовал по пути доказательств, а напротив – восстанавливал авторитет на свет. Он не проповедовал беспокоящие умы измышления, основанные на удовлетворении чувств, подобно обычным карми. Другими словами, он не учил кого-либо стремлению обрести временное, мирское, приходящее счастье. Чтобы подчинить позывы языка, желудка и гениталий, человек должен стать дрити, то есть контролировать себя или принять триданда саньясу. Беспокойный человек, лишенный самоконтроля, подчиненный побуждениям тела, ума и речи, не может понять трансцендентную природу преданного служения и всего, что связано с преданным служением Хари. Еще раз прочитаем это предложение. Беспокойный человек, лишенный самоконтроля, подчиненный побуждениям тела, ума и речи, не может понять трансцендентную природу преданного служения и всего, что связано с преданным служением Хари. Иногда, когда говоришь просто от дружбы, от сострадания, от доброты другим друзьям или преданным, что нужно приобрести спокойствие, и для этого нужно самоконтролем заниматься, подчинить побуждение ума, речи, чувств. И люди бунтуют и не хотят даже слушать, если даже ты правду говоришь, могут обижаться. Как это? Потому что человек, который практикует преднаслужение, всегда начинает думать, что он понял уже все. Но он понял трансцендентную природу преданного служения, он понял Кришну, он любит Шрилу Прабхупаду или Кришну. Ну как это? Это же реально. Но весь вопрос в том, что если человек реально подчиняет побуждение тела, ума и речи и реально стал спокойным, ушло беспокойство, только тогда человек может. Без становления Госвами человек не может стать чистым преданным, а только чистый преданный может понять трансцендентную природу преданного служения всего, что связано с преданным служением Хари. Остальное все вымысел. Поэтому Шрила Прабхупада приводит предисловие «Нектара наставлений». Это поочередность. Сначала нужно стать Госвами, потом чистым преданным, потом можно уже иметь высший вкус и иметь хоть каплю привязанности к Господу. Дальше читаем комментарий Ачарьядева. Таким образом, он выдумывает различные ложные аргументы, пользуясь своими мирскими познаниями. Гаурасундара не поощрял такую ложную аргументацию и потому являлся самым разумным и достойным поклонения саньяси. Так как привязанные к своему положению домохозяева и гауранагари, лишенные принципов морали, дерзко считают гаурасундару неспособным контролировать свои чувства семенинам, предающимся плотским любовным утехам, то для них он остается далеко за пределами их притянутых за уши аргументов, и поэтому он Махадхира. Слово Санкиртана Майя объясняется следующим образом. Хотя Гаурасундара – это верховная личность Бога Кришна, он является олицетворением воспевания святых имен Кришны и являет своей игрой в роли Махабхагаваты – Гауры. Он верховный Брахман, олицетворенный в звуке святых имен. Для обычного человека настолько это сложная философия, что как это он является олицетворением святых имен, как вот он играет роль Махабхагаваты Гауры, что это означает. Поэтому обычные преданные, которые еще не достигли трансцендентного уровня, они не поймут роль Гаурасундары, к сожалению. Потому что это очень сложно для них.
Еще раз прочитаем несколько строк комментариев Ачарьядева. Слово Сангхиртана Майя объясняется следующим образом. Хотя Гаура Сундара – это верховная личность Бога Кришна, он является олицетворением воспевания святых имен Кришны и являет свои игры в роли Махабхагаваты Гауры. Он верховный Брахман, олицетворенный в звуке святых имен. Текст пятый. Джая Нитянандере Бхантава Дхана Прана Джая Гададхара Адвайтера Премадхама. Вся слава Господу, другу и смыслу жизни Нитянанды, вся слава обители Гададхары и любви Адвайты. Текст шестой. Джая Шри Джагадананда Прия Атишая Джая Вакришвара Кашишвара Рахридаям. Вся слава Господу, который очень дорог Джагадананде, слава сердцу и душе Вакришвары и Кашишвары. Текст седьмой. Джая Джая Шивасади Прия Варганата Джива Пратикара Прабху Субхадришти Патам. Вся слава тому, кто является спутником и возлюбленным преданных во главе с Шивасой. О Господь, будь милостивый, брось свой милостивый взгляд на живых существ. Текст восьмой. Матья канда катаена амритера канда екаташуниле гуче антара пасанда. Темы, обсуждаемые в Матья канде, подобны каплям нектара. Атеизм покинет сердца тех, кто слушает эти повествования. Текст девятый. Матья канда гатабай шунае качитте Санкиртана Арамбхайла Енамате. Дорогие братья, пожалуйста, выслушайте со всем вниманием рассказы Матья Канды с описаниями торжества Санкиртаны. Текст 10. Как только Шри Гаура Сундар вернулся из Гаи, весь город Надя наполнился новостями. Так я поочередно буду читать. Все друзья и родственники Господа прибежали, чтобы встретиться с Ним. Некоторые стояли прямо перед Ним, кто-то стоял в отдалении, остальные были позади. Господь с нежными словами обратился к каждому из присутствующих, и когда они глядели на Вишвампару, всех переполняла радость. Все они приветствовали Господа и проводили его в дом, где Вишвампара рассказал им о своем паломничестве. Комментарий Ачарьядева на 13 стих. Слово «агувади» означает «выйти, чтобы поприветствовать или предстать перед кем-то». Текст 14. Прабу бале тома саба кара аширваде гая бхуми декия айни нирвироте. Господь сказал, благодаря вашему благословению я посетил обитель Гая, не встретив на своем пути каких-либо трудностей. Господь говорил с такой теплотой, что все ощутили полное умиротворение. Кто-то коснулся головы Господа и сказал «Живи долгую жизнь», другие, произнося мантры, прикасались к его рукам и ногам. Кто-то поместил свою руку на грудь Господа и благословил его словами «Пусть Говинда дарует тебе милость, несущую покой и счастье». Самая удачливая женщина, мама Шачи, увидев сына, преисполнилась радостью и совершенно забыла о себе. Печаль Лакшми исчезла без следа, как только она увидела лицо своего мужа, а ее родители и родственники пришли в неописуемый восторг.
Все вайшнавы были очень рады, и некоторые тут же отправились навестить Хари. Господь со смирением уделил внимание всем присутствующим. И после этого они разошлись по своим домам. В сопровождении нескольких преданных Господь решил уединиться, чтобы обсудить с ними некоторые сокровенные темы. Текст 22. Комментарий. Слово «гути» означает «небольшое число». В этом мире существует два типа людей. Большинство остаются безразличными к служению Вишну, погоне за удовлетворением своих чувств. Они считают себя повелителями материальной природы, и лишь небольшое число людей занято служением Всевышнему Господу. Последние называются вайшнавами или преданными Вишну. Шри Гаурасундара начал обсуждать темы, связанные с Господом Хари в уединенном месте в окружении небольшого числа таких вайшнавов. Текст 23. Господь сказал: «Друзья, пожалуйста, послушайте о чудесах, которые мне явил Кришна. Как только я ступил на землю Гаи, мой слух поразили самые благоприятные из звуков. Тысячи и тысячи браманов декламировали молитвы из вед. Они говорили: приходите и смотрите на святое место, где Господь Вишну омывал свои лотосные стопы. В прежние времена, когда Кришна посещал Гаю, в этом месте он омывал свои стопы». Тексты 27-28. Ганга прославилась благодаря прикосновению лотосных стоп Господа, а Господь Шива осознал славу этой воды, приняв ее потоки на свою голову. Благодаря влиянию воды, омывшие лотосные стопы Господа, это место стало известно как Падодака Тиртха. В Шримад-Бхагаватам говорится: кто, кроме личности Бога Шри Кришны, заслуживает называться Верховным Господом? Брахмаджи собрал воду, стекающую с ногтей на его стопах, чтобы даровать ее Господу Шиве в знак почтительного приветствия. Эта вода Ганга очищает всю Вселенную, в том числе и Господа Шиву. Шримад-Бхагаватам 3.28.22 говорится: даже благословленный Господь Шива очищается, принимая на голову священную Гангу, вытекающую из вод, которой некогда омыли лотосные стопы Господа. Стопы Господа подобны молниям, выпущенным, чтобы уничтожить гору грехов, скопившихся в уме преданного, погруженного в медитацию. Поэтому йог в течение долгого времени должен медитировать на лотосные стопы Господа. Как только Господь повторил название Пада Падма Тиртха, слезы бесконечным потоком хлынули из его глаз. Как только Господь повторил название Пада Падма Тиртха, слезы бесконечным потоком хлынули из его глаз. В конечном итоге Господь потерял самообладание и горько зарыдал, призывая Кришну. Текст 30. Шеше Прабу Хайлен Бада Ашамбар, Кришна Бали Кандите Лагила Бахутар. Комментарий Ачарьядевы. Слово «Ашамбар» означает «не будучи способным контролировать себя», другими словами, «утеряв всякое терпение» или «потеряв самообладание». Текст 31. Сад был затоплен слезами любви Господа, который горько плакал, воспевая имена Кришны. Все тело Прабху украсилось вздыбленными волосками, и не в силах сдерживаться, он содрогался и трепетал, как в ознобе. Шримам Пандита и другие преданные молча смотрели, как Господь плакал, испытывая необычайную любовь к Кришне.
Слезы любви хлынули из глаз Господа во все стороны, как будто сама полноводная Ганга явилась там. Все были поражены и подумали: мы никогда не видели его таким прежде. Должно быть, он обрел милость Господа Кришны или же, путешествуя, увидел нечто поразительное. Через некоторое время Господь пришел в себя и обратился ко всем присутствующим. Господь сказал: «О, друзья, пожалуйста, расходитесь по своим домам, я скажу вам, куда прийти завтра, чтобы встретиться со мной. Я хотел бы рассказать вам о своих страданиях в уединенном месте». Комментарий Ачарьядева. «Я расскажу вам о том, какие страдания я испытывал, переживая любовь Кришне, но сделаю это в уединенном месте, в отсутствии материалистов. Ни один материалист не поймет страданий, которые я испытываю, переживая разлуку с Кришной. Вот почему я хочу распахнуть двери моего израненного сердца и поделиться сокровенной болью, которую испытываю из-за разлуки с Кришной, лишь с такими преданными, как вы». Это очень глубокий комментарий, очень важная тема. Чем дальше человек прогрессирует духовно, тем меньше его понимают окружающие люди, даже преданные. Те преданные, которые они расходятся в своих духовных уровнях, они не понимают друг друга. Скорее всего, уточнение. Те, которые более возвышены уровнем, они понимают тех, которые ниже уровнем духовным и лестнице бхакти. Но те, которые ниже уровнем, они не понимают тех, которые хоть на уровень выше. Поэтому проблема в том, что нужно делиться, открывать сердце с теми, которые они понимают тебя. Поэтому Господь здесь сказал: «Я хотел бы рассказать вам о своих страданиях в уединенном месте». И в комментариях Ачарьядева говорит: «Ни один материалист не поймет страданий, которые я испытываю, переживая разлуку с Кришной». И здесь даже Господь говорит, в комментариях Ачарьядева объясняет, что «Я хочу распахнуть двери моего израненного сердца и поделиться сокровенной болью, которую испытываю из-за разлуки с Кришной, лишь с такими преданными, как вы». То есть, кроме того, что материалисты не поймут напрочь, даже преданные не все поймут. Поэтому Господь именно хотел с теми преданными уединиться, которые Он видел, что поймут Его. Это очень важно. Кроме боли и оскорблений мы ничего не получим, если будем сердце открывать перед теми, которые не понимают нас. Мы ощутим боль и оскорбление зависти, может быть. Поэтому мы должны быть очень осмотрительны с кем, о чем мы говорим. Текст 40. «Ты, Садашива, должны прийти завтра рано утром в дом Шукламбары Брахмачари». Комментарий Ачарьядева. Слово «туми» в этом стихе используется в единственном числе, относится к Шриман Пандиту. Дальше. «Поговорив с ними таким образом, Вишвампара попрощался, вернулся к своим предписанным обязанностям. Признаки экстатической любви к Кришне постоянно проявлялись на теле Господа, а его поведение стало совершенно отрешенным». Это был 42 стих. Комментарий Ачарьядевы. «Любовь к Кришне в настроении Атхирудха Махабхавы постоянно жила в трансцендентном теле Господа. Поэтому, следуя путем высшего отречения в настроении преданного, он отказался от всех желаний, связанных с личным счастьем, и явил необычайную привязанность к восхитительной личности с кожей темного цвета, подобной дереву Тамала.
О сочетании знания, отречения и преданности читатель может судить по стиху из Шримад-Бхагаватам 11.2.42. Преданность, непосредственное ощущение Всевышнего Господа и отрешенность от всего остального – эти три фактора проявляются одновременно в том, кто принял прибежище Верховного Господа, так же, как наслаждение, чувство сытости и избавление от голода одновременно проявляются в том, кто занят приемом пищи. Это замечательный стих, очень важный для понимания, что бхакти, преданность, непосредственно ощущение присутствия Господа и отрешенность от всего одновременно появляются в том человеке, кто принял прибежище Верховного Господа. Это похоже на то, что мы едим. Когда мы едим, процесс еды – это есть бхакти, практика бхакти. Сама еда – это фактически ощущение вкуса еды. Это фактически присутствие Господа, да? И когда мы едим и ощущаем присутствие Господа, занимаемся бхакти и ощущаем присутствие Господа, как пищу принимаем, да, вкусную, мы одновременно фактически ощущаем чувство сытости. Вот чувство сытости – это означает отречение от всего материального. То есть больше мы ничего не хотим. Ничего. Абсолютно. Мы полностью счастливы, блаженны и удовлетворены. Поэтому бхакти, непосредственный контакт с Господом посредством этого истинного бхакти, чистого преданного служения, когда мы приняли прибежище у Господа и отрешенность от всего материального, одновременно сразу появляются. Не бывает так, чтобы есть бхакти, нет, бхакти нету отрешенности. Вот. Это очень важно. И нету так, чтобы есть бхакти и нету ощущения присутствия Господа. И здесь мы остановимся. Мы прочитали с 4 стиха по 42, дорогие преданные. Дальше мы продолжим, если будет на то милость Господа, в следующий раз. Нитайгора Премананде, Шри Чайтанья Бхагавата Киджай, Шрила Бхакстан Сарасвати Такур Киджай, Шрила Вриндаван Дас Такур Киджай, Шрила Прабхупада Киджай. Всем слушающим, воспевающим, думающим с восхищением и предающимся Шри Чайтанья Бхагавата Киджай. Спасибо вам большое.